Приветствую, дорогие зрители в Elden Ring. Есть предмет, который называется радужный камень, обработанный обломок руин. У него есть сразу две ключевые функции. Во-первых, его можно использовать как метку в запутанных пещерах и подземельях, потому что он красиво светится, его нельзя не заметить. Также с его помощью можно проверять, можно ли прыгнуть с определенной высоты. И сейчас посмотрим, как. Мы бросаем этот камень. Если он при падении не разбивается, то можно прыгать вниз, и мы тоже не убьемся при этом прыжке. И сейчас выбираю другое место повыше. Бросаю камушек. Он разбивается, и я тоже должна разбиться. Что у нас и произошло. Эти камушки можно найти во многих местах, можно их выбивать из полулюдей, но с маленьким шансом, можно делать самому из обломков руин, а цвета у них генерируются случайным образом. Выбрать цвет камня при броске, к сожалению, невозможно. С использованием этих камушков есть еще один важный момент. Если использовать талисман кошки, который уменьшает урон от падения, то не будешь убиваться даже там, где камень разбился. Вот сейчас я прыгнула без этого талисмана. С той же точки повторяю прыжок, но с талисманом кошки. Бросаю камушек, он разбивается, а с этим талисманом я не получаю абсолютно никакого урона. Конечно, сработает это не на всяких высотах, но иногда можно пользоваться.